Рождественская кантата. Ее звуки завораживают и окутывают атмосферой праздника. Автор произведения Владимир Мартынов написал его более 40 лет назад. В советское время оно было под запретом из-за религиозного подтекста, но в наше время получило широкое признание. Композитор писал его специально для оркестра и детского хора. С одной стороны, здесь использованы дореволюционные стихи из книги «Стихи для простого народа», и очень простые стихи. А с другой стороны, здесь, конечно, очень большой след пионерских песен. Вот для меня это вот школы 50-х годов, вот такая книга, как «Витя Малеев в школе и дома». И вот здесь вот как бы перемешиваются вот мои школьные воспоминания, самые сладчайшие вот 50-х годов, вот это какое-то октябрятское, пионерское такое счастливое детство с Рождеством. Произведение сложное, высокие детские партии, сочетание разных музыкальных инструментов. Главная партия – орган и скрипка. В гармонии с ними сплетаются флейта, контрабас, фагот и даже колокольчик. И кажется, Рождество уже стоит на пороге. С таким произведением справится не каждый, только настоящие профессионалы, такие как ансамбль «Опус Пост» под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Гринденко. Именно с этими именитыми артистами выступил хор Одинцовской детской музыкальной школы. Это уже их второе совместное исполнение рождественской кантаты и четвертый музыкальный проект. Это очень такой для всех полезный проект, потому что дети как-то очень освежают взрослых, вдохновляют, а от взрослых дети получают какой-то профессионализм, умение работать профессионально, трудиться и выдавать такой серьезный результат. Это большая честь для наших детей выступать с признанными мастерами мировой музыкальной культуры, каким является Татьяна Гринденко, ее знаменитый ансамбль. Вот. И это уже не первые их выступления. В мае месяце этот же ансамбль приезжал к нам в Одинцово и давал концерт в Одинцовской детской музыкальной школе, который прошел с аншлагом и с огромным успехом. Хор был основан Одинцовским благочинием 10 лет назад. Раньше ребята пели при Гребневском храме. Коллектив постоянно обновляется, и сейчас в его составе около 60 человек. Светлана Наумова руководит хором с самого начала. Говорит, готовились к концерту основательно, больше 3 месяцев. В прошлом году нас присоединили к Одинцовской детской музыкальной школе. Открыли нам второе дыхание. Далее. У нас крепкий состав преподавателей. Преподаватели все окончившие и консерваторию, работающие в высших учебных заведениях, в среднеспециальных. Поэтому уровень детей мы отбираем. Дети у нас труженики. Воспитанники хора – маленькие звездочки, но при этом уже большие профессионалы своего дела. Ведь выступать на столичной сцене с мэтрами удается не каждому. Но несмотря на это, они остаются детьми с чистой и светлой душой. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».